Всем доброе утро. Мы с Мариночкой. Марина, скажи всем привет. Привет. Идем в садик. У нас со вчерашнего дня, ребята, нету воды. Я думала, садик не будет работать, но я написала, а мне ответили, что будет работать. Поэтому идем в садик. Так, дорогие друзья, ребенок у меня принес оценки. Это оценки у кого у нас? У Егора. Алгебра у него, вот. Алгебра, биология, все остальные оценки у него. А это годовая, где оценка, Егор? Это вот последний ряд, это годовая? Это четвертая четверть. А где годовые? Не знаю, надо будет поискать. Так, ну вот за четвертую четверть у него есть и пятерки, и четверки. Ну, у тебя, кстати, улучшилось. Ну, вот биологию надо подтянуть. Смотри, у тебя по биологии троечка. Нет. География у тебя подтянулась, и геометрия 3. Информатика у тебя молодец. Одна тройка была, и остальные четверки. История у тебя 4. Я, кстати, по истории экзамен сдавала на 4. Музыка 5. Родной язык, Егор, надо подтянуть, слышишь? Родной язык у тебя на троечке русский, физика, ну физика, я ее не любила, химия, физическая культура, ну вот такие вот оценочки у него. Кто сомневался в Егорке, вот так. А насчет учебников ты да еще не знаешь, когда сдавать. А ты учителю написал? Я в группу написал. А ты в группу написал. Ну, будем надеяться, что скоро. Так, это у Егора оценки. Сейчас постараюсь посмотреть у остальных оценки. Так, Егор нашел итоговую. Вот, ребят, смотрите. По предметам не буду уж показывать, по каким, но двоек у него нету. Кто писал, что Егор у меня двоечник? Вы ошиблись, причем очень сильно. А у тебя он не поворачивается боком, да? Может. Ну вот. У тебя отключен автоповорот. Все понятно. Егор у меня молодец. Так, теперь смотрим у Машеньки. Изобразительное искусство за четвертую четверть 5, годовая 5. Иностранный язык за четверть Маша 3. Английский надо подтянуть. За годовую у нее 4. Литература 5, за годовую 4. Математика 4, годовая 5. Музыка 4. Маш, ну музыка годовая 5. Окружающий 4, конечная 4. Родной язык 4-4, русский 4, годовая 4, технология 5, физкультура 4-4. Ну, Машеньке тоже хорошо оценки. Сейчас посмотрим у Катеньки. Так, Екатерина, у Кати почему-то пятая четверть, ребята, появилась. Тут вот раз, два. Видите, пятая четверть. Ну, пятую мы не смотрим, мы смотрим четвертую. Биология 5, за четверть 4. Всеобщая история 3, за четверть 3. Отклонить. Так, звонил кто-то, извиняюсь. География 3, за четверть 3. Изобразительное искусство 4, за четверть, за год 5. То есть иностранный 3, за годовая 3. Литература 3, годовая 3. Математика 3, 3. Музыка 4. Обществознание 4. Так, это что, основа духовная 4. Так, это у них родной язык 3. Русский 3, технология 5, физкультура 4. Ну, в принципе, Катя тоже неплохо закончила. Молодец. У Светы с оценками не очень. География у нее за четвертую четверть 2 вышла и физика 2. Ну, годовые у нее троечки. 3, 3, 3, 3, 5. Рисование, изобразительное искусство. Остальные тройки. Музыка 5. И 4 у нее технологии. В принципе, за годовую у нее неплохо. Но четверть я с ней разговаривала. Она сказала, что в следующем году она будет исправляться и будет учиться лучше. Так, дорогие друзья, ну, у Оксаны оценок нет, так как Оксана закончила первый класс. Ну, ничего, зато во втором классе будут оценочки. И мы тогда с вами сможем посмотреть. У нас, дорогие друзья, вечер. Я иду в садик. Сегодня ничего не снимали, потому что занимаемся посадкой картошки. Потом покажу уже вкратце. Так что вот такие вот дела. У нас на улице очень холодно. Все куртки обратно одели. Напишите, какая у вас погода. Будет тоже очень интересно. Ладно, идем в садик. Стоим с Мариной на остановке. Ждем автобус. Да, Марина? Да. Все, едем домой. Мы пришли уже домой. Я зашла в магазин, взяла творог, сметанку, молоко. Творог хочу завтра сочный постряпать.
И Мариночка бежит показывать бумажку. У нас тут цирк скоро приезжает. Ну, мы в цирк никогда не ходили и не ходим, потому что нет возможности, поэтому не ходим. Ну и ладно, ничего страшного. Вырастут, потом сходят. А мы сейчас пойдем картошку садить. Ладно, пошла я переодеваться и будем картошку садить. Ой, ребята, садим мы картошку. Муж навоз раскидывает. Вот эту часть мы уже посадили. И вот там вот все. Нам осталось здесь и вот туда. Сколько хватит картошки, столько будем садить. Да, Оксана? Кто мне помогает? Я, Маша. Ты и Маша. Молодцы. Егорка помогает, копает. Папа навоз раскидывает, а мы копаем. Да, Оксана? Тяжело? Нет? Нынче решили навоз просто сверху накидать. Но у нас перекопано каждый год с навозом. И вот сверху просто. Вот эту вот часть мы уже, получается, посадили. Сейчас вот эту вот часть. Тут вот, которую я покупала, сортовую картошку, будем вот сюда. Вот я ее хочу посадить, чтобы это посмотреть. Чтобы запомнить, где какая картошка. И потом сохранить ее на посадку опять. Ну, у нас картошки, по сути, немного, насколько хватит. Ну, вот сюда вот у нас ушло вот эти вот два ящика. Вот сюда вот посадить, чтобы... И посмотрим, сколько у нас еще там получается. Три ящика. И вот насколько хватит, столько и посадим. Да, Оксана? Угу. Пока мы садим картошку, у нас поставили варить картошку. И плюс еще мясо в духовку поставили. Папа у нас навоз раскидывает. Егорка пошел с подпола картошку доставать. Так что все при работе, все работают. Все, дорогие друзья, отсадили картошку. Вот, кстати, вот это посадили, вот это. И вот видите, докуда посадили. На остальное не хватило картошки. Вся картошка закончилась. Если кто продает недорого картошку, напишите мне в личку, я у вас куплю. Именно на посадку, которая... Ну, вот так вот отсадились. Ура! Какие мы молодцы! Так, ребят, на ужин мы отварили картошку и в сливочном масле я ее сделала. Пусть пока стоит. Курица наша запекается. А тут у меня запекается моя курочка. Скоро будет готова. Все хорошо поработали и все вкусно кушаем. Картошка с курицей. Всем приятного аппетита. У нас вечер, я пошла в баню мыться. И вот, смотрите, ребят, все. Что смогли, посадили. Остальное, ну, никак. Получается, у нас еще большой, ребята, участок надо садить. Ну, уже нехватка. Вот видите, докуда мы досадили. Вот. А дальше вот это вот все еще садить надо. Ну, ничего, надеемся, что купим картошку и посадим. Ладно, пошла я в баню. Всем пока-пока. Дорогие друзья, померила я футболку от Василька. Вот так вот она на мне смотрится. Еще классно, мне нравится прям. Классно смотрится, красиво. Свободно. Так она даже, мне кажется, большевата. Немного, но в целом качество супер. Всем добрый день. У нас уже день. Курочки на солнышке греются. Я поехала в МФЦ документы делать. А ребятки дома сидят. Куры мои глеют. Сегодня у нас вроде более-менее солнышко, но я все равно теплую куртку еще на себя одела. Ладно, едем в город. Едем в город делать документы. Одела сегодня на себя из Василька футболку. Очень хорошая. Понравилась она мне. Я люблю все темное, как вы заметили. Я редко что одеваю светлое. И это очень многих разочаровывает. То, что я не одеваю светлое. Ладно, едем в город документы делать. Если интересно, поехали со мной. Съездила я, дорогие друзья, в МФЦ. Подала на увеличение от 3 до 7. И сразу спросила. Вот многие пишут, Настя, если даже не увеличат, ты все равно на двоих будешь получать по 5300. Нет, ребята, не буду. Буду получать только на того, которого в этом году оформила. То есть на Ваню. На Марину, получается, хоть ей еще и 8 лет нет, я не буду получать. Так мне объяснили в МФЦ. Так что, видать, у вас законы другие по сравнению с нашим городом. Ну вот, сдала, ждем, посмотрим. Ну, мне кажется, откажут. Ну, не ладно, не в этом суть. Что купила? Купила хлеб вот такой вот, две штучки. Подождите, Оксана. Я не успела прийти, они у меня готовы все из рук выхватить.
И купила повидло. Повидло купила малиновое. Подожди, Ванечке, сейчас дадим пить. Без меня, короче, тут ребенка не поили, не кормили. И повидло абрикосовое. Деткам в холодильник надо поставить, чтобы ели. Также взяла землю мне на мужское и женское счастье пересадить цветов. И у меня на двух орхидеях, я уже видео вам показывала, появилась плесень какая-то. И мне подсказали, что надо им. Вот такое вот средство купила. Разведу и сделаю дальше. У нас закончилась маска-пленка. Я нашла, мне подсказали, где у нас в городе Эйвоновские маски-пленки продаются. В Крипаре на 5-м этаже, если кто не знал, говорю. Там продаются. Вот такую вот взяла маску-пленку за 130 рублей. И у меня с телефоном какая-то ерунда происходит. У меня исчезают номера телефонов. Я себе взяла 2 маленьких блокнота специально для записи телефонов и всего, что мне на пароле записывать, потому что большие неудобно с собой таскать, а маленькие будут удобно. Вот такие вот 2 дешевеньких взяла. Вот такие вот в целом у меня все покупки. Вроде бы все, да, все. Сейчас попью чай, переоденусь и пойду в садик уже за Мариной. И вот такая вот с экстрактом водорослей, разглаживающая маска, пленка для лица. У меня потому что какие-то прыщики вот в этом районе выходят, хоть и треснись. Вон, видите, что? Все лицо прыщиками стало. Надо немножко себя в порядок-то привести. Многие, да, заметили то, что я глазки накрасила. Да, ребята, я глазки стараюсь подкрашивать, чтобы хоть немножко выражение лица было. Сейчас я вам покажу, что у меня кот, собака, на грядке делает. Ребят, смотрите, вот сволочь сидит на грядке, и они у меня все грядки перекопали. Это соседский кот. Дурдом полный. Полный кошмар. Смотрите, как красиво у меня цветет орхидея. Я ее в кухне здесь поставила. Сейчас постараюсь показать вам. Сейчас разверну только. И вот так вот красиво цветет орхидейка. Я отстранила здоровые орхидеи от больных. Убрала 2 больные орхидеи отдельно от всех орхидей, потому что надо опрыскать. Но на всякий случай опрыскаю все орхидеи, мне так сказали. Подсказали, что на всякий случай опрыскаю все, это будет безопаснее. Ладно, дорогие друзья, пью чай и бегу в садик.